Самая старая артезианская сведровина Беларуси находится на территории Гомельского парку. Сегодня ей исполнилось ровно 100 годов. По лику этой сведровина третья из побудованных у областном центре. Две иншие были уладкованы еще ранее, але до нашего часу не заховались. Нормативный термин эксплуатации сведровин складает 14 годов, а это находится у справным стане, функционуя и обеспечивая водой центральный район Гомеля. Что месяц воду проверяют на ответственность санитарным нормам. В 1917 году управлением города было принято решение в связи с тем, что город расширялся, увеличивался. Вот, принято решение пробурить еще одну скважину. Ранее он назывался колодец. В 1917 году западная геологическая экспедиция Могилевской губернии, тогда еще называлась, принялись за работу. Но в 1918 году работы были приостановлены, вероятно, из-за нехватки средств. Вот. После чего в 1919 году работы были завершены все-таки по настоянию руководства города. И артезианская скважина начала, так скажем, свой рабочий путь. Цікаво, что у парку находятся и еще две наистарейшие сведровины Беларуси. Одна з'явилась в 1928, другая в 1936 году. Яны так само працуют до этого часу.